Добрый день! Сегодня покажу вам породу. Называется порода Синь-Синь-Дянь. Порода была выведена китайскими учеными в городе Шанхай. Целью была скороспелость птицы, небольшой вес, чтобы меньше употребляла корма, и хорошая яйценоскость. Вот такая получилась порода, которая называется Синь-Синь-Дянь. И славится она еще зеленым цветом яйца. Ну, немножко о породе самой, о самой птице. Порода отличается хорошим иммунитетом, стойкостью до болезней. При малом употреблении пищи хорошо несется. Молодняк очень скоро растет, оперяется молодняк. Яйцо красивого цвета, зеленого. Китайцы официально признали яйцо лечебным, как яйцо перепела, даже по некоторым показателям превышает питательность по содержанию витаминов яйцо перепела. Если вот перепелов тяжело держать, вот, ну, не тяжело, но, например, зимой им нужно как бы плюс 15 хотя бы зимой температура. Курочки Синь-Синь-Дянь спокойно переживают нашу зиму. Чтобы не было сквозняков, подстилка сухая. Спокойно переживают зиму, несутся. Хорошие наседки высиживают яйца, садятся. Такие мамочки осторожные, все осторожно. Но птица сама по себе немножко такая, как вам сказать, птица сама по себе немножко такая пугливая. Нельзя сказать, что они ручные. Ну так сторонятся человека. Любят полетать. Вот у меня вольеры, высота вольеров 1,80 м высота вольеров, это нормально. Вот некоторые курочки, вот здесь обрезанный хвостик, они вот у меня перелетали вольер к другим породам, к соседям. Мне пришлось вот хвостики чуть подрезать, и проблема была решена. Она уже не взлетит так. Вот курочка такая вот есть. Вот такая интересная порода. У них и лапки зеленого цвета, у этих курочек. Пшеничного окраса у меня семья. Есть Синь-Дянь черного окраса, красные. И вот такие вот пшеничный окрас. Вот у меня вот пшеничный окрас курочки. Вес курочки... 200 кг, 300 кг. Петушок не больше 2 кг. У петушка вес не больше 2 кг. Ну, такая порода. Каждая порода по-своему интересна. Они все хотят вот возле меня пройти. Красивое зеленое яйцо. Мясо темное достаточно. Не черное, как у китайских шелковых курочек. Черное мясо, там все черное. Петушок пришел ближе. Но мясо не черное, но темное такое, не, ну не белое. Достаточно темного типа говядины.
телятина. Ну, такая птичка интересная. Так мы сегодня смотрели породу, которая называется синь-синь-дянь. Хорошие несушки несут. До 250 яиц несет эта курочка. Красивое зеленое яйцо. Китайцы официально признали их лечебным. Считают, утверждают, что оно поднимает иммунитет, лечит сахарный диабет и многие другие болезни они. Такая интересная порода. Подписывайтесь на канал. Кому понравилось, ставьте лайк. В следующий раз я покажу другую свою породу. Это будет уже совсем другая история. Всем пока!